удультом, привет. Я удульт. Я еще какой удульт? Опа! Удульт. Я удульт уже, у меня выбора нету. Удультом всем. Кайфулю, мощнейшую, вену. Удультом, респект. Так, пока замай детские травмы, самые сладкие. Вот так вот называется песня. И клип, собственно, сейчас будет. Вот так вот сделаем. Поставьте лайк, пожалуйста, кто не поставил. Это так мне делает приятно, вы бы знали. А вы знаете. Мы родом с детства, там, где вечная весна. Каждый талант и небесно. И это бездна, бездна. Мы родом из детства, там, где честная песня. Не замечавший пореза, в детстве позже собрал букет паната. А я полезный, как гроволакс. На сустейне секс-просвет, раздельный сбор, антигазлайт. Жертвую не буду, у меня собственный параллакс. Воровал эмоции, ворую и буду воровать. Детские травмы самые сладкие, их запишу в прикроватной тетрадке. Песню составлю в творческом припадке. Детскими травмами зашибать бабки мне. Детские травмы самые сладкие, их запишу в прикроватной тетрадке. Песню составлю в творческом припадке. Детскими травмами зашибать бабки мне. Сколько не было, теперь я. Детские травмы самые сладкие, запишу своей кровью на кафеле, свечку поставлю, у меня в порядке, все пошли. Короче, бля, знаете, я еще на какой мысль себя поймал, что мне периодически в каких-то треках замай непонятно чем напоминает группу Death Grips. Я хуй знает. Может тем, что за его музыку нам опять пролетит бан, как бывает в случае с группой Death Grips, блядь, и как бывало, в принципе. Но почему-то периодически какие-то схожие вайбы ловлю постоянно. Помимо этого, что еще хочу сказать? Визуально атмосферный клип, конечно. Именно цветовая атмосфера, короче, интересно передается. Вот прям ярко, вот этот черно-белый огонь. Даже он не совсем белый, да, такой желтоватый оттенок, легкий. Детские травмы самые сладкие. Запишу своей кровью на кафеле, свечку поставлю. У меня в порядке, все пошли ко мне, подарю. Родом из детства, кого ебет твое детство, кого ебешь ты, подлец сам, девственник, череда женщин, ты педик, как с Блэкстар. Жизнь собьет тебя с удара ног, шутка ли ты такой нелепый, будто городок, умный пиздец, но не популярный, то парадокс, залезай под одеяло, покажи ментальный бог. Травмы самые сладкие, их запишу в прикроватной тетрадке. Составлю в творческом припадке. Детскими травмами зашибать бабки мне. Детские травмы самые сладкие, их запишу в прикроватной тетрадке. Песню составлю в творческом припадке. Детскими травмами зашибать бабки мне. Курить и сдохнуть был? Ну, значит, просто с кайфом пересмотрим. Хороший гетеросексуальный трек. Да, согласен, согласен. Сама тема прикольная, про эксплуатацию своих, да, каких-то детских травм. В музыке тут, как минимум, имеется в виду, судя по всему. Визуал красивый, визуал прикольный. Вроде простой, но прикольный. Такой арт-визуал. Вполне себе на какой-нибудь хипстерской движухе в Питере можно было бы увидеть какие-нибудь вот... проекты режиссуры, кинчики какие-нибудь снятые в такой стилистике. Так, послушали Замая. Саму песню мы уже просто слушали, поэтому больше клип здесь отмечаю. За клип даже лайк поставлю. Такая тематика этого трека Замая почти 1-1 Купидон и Славы. Да, кстати, я помню, что у Славы какой-то был трек с соответствующим содержанием. Вот, наверное, это был Купидон.